Меня зовут Warxul. Я тебя приветствую в очередной серии Metal TV, посвященной моему проекту T.O.R.N.A.P.A.R.T и альбому, послужившему возникновению моему третьему проекту в стиле Blues Metal. Первые два проекта были у меня в 90-х годах. Один проект назывался Dominion. Об нем я скажу после T.O.R.N.A.P.A.R.T. и фигурально то, когда закончится эпопея, так сказать, с T.O.R.N.A.P.A.R.T. Потом я буду рассказывать, сам как фигурально, а потом уже о Dominion расскажу. Значит, там было два альбома, один в стиле Rubicon Metal 95 года и 2000 года в стиле экспериментальный Bundle. Дэс Блэк Мэйл, такой тяжелый, сексист, короче, слушать надо, да, вот. И еще был у меня проект Incest, у меня было два Incest проекта, один там в стиле Дэс, Брутал Дэс Мэйл, и другой проект с одним единственным альбомом, Люцифер, 99 года, в стиле Эл Блэк Мэйл, вот, на этом альбоме. Собрали три песни в стиле, одна в стиле Roblox Metal, вот, вторая, следующая в стиле Black Metal и третья Leaf. Она записана, кстати, с барабанщиком, с Богданом. Он играл раньше в Руби, чисто крыльница. Вот. Она записана в стиле Black Death Metal. Вот. И я решил создать свой новый третий проект Перевальд. Вот. Это я сегодня экспериментирую, записываю через микрофон аудиодорожку. Потом смонтирую все это дело и попробую, как оно. Вот. Пока что смонтирую в программе FreeMake. Вот. Следующий ролик, возможно, уже будет выдав что-то там, фото про там что-то. Короче, следующий, возможно, будет и не по более качественным, вот так сказать, монтажи. Вот. Вот. Я так тепло одет, потому что я себя отключил центральное отопление и создал холод дома. Вот. Сегодня отличная погода. Так, ну что, после этого видео ты увидишь фотогалереи, кассеты и аудиодиска под фрагменты каждого трека. Первый трек – это интро, которое я сам сыграл на миди-клаве. Вот. А завершающий пятый аудиотрек – это моя музыка, сыгранная, ну, там немного добавила элементы прикольные, такие мрачные, добавила дымовику на своем синтезаторе, когда приходила ко мне в гости, и мы его тут прямо записывали синтезатор. Да. Вот, переходи по ссылочке внизу на мою страницу, группу Facebook, T.O.R.N.A.P.A.R.T, какой-то группы, и читай новую главу, посвященную этому альбому и моим музыкальным порывам. Кстати, на мне футболка Life Illusion. Вот я играл когда-то в группе Life Illusion. Я ее ношу не потому, что мне нравится эта группа, а потому что прикольный логотип, и это моя домашняя одежда. Я мне на улицу, конечно, не выхожу, это чисто дома. Классная, хлопок, 100%. Вот, кстати, тут почему послушаю один альбом у меня в T.O.R.N.A.P.A.R.T. Почему в таком стиле Black Metal? Потому что я играл в Life Illusion и написал для этого проекта три песни, но так они не были, так сказать, реализованы. И когда я уходил с Life Illusion, даже пытались их себе присвоить. Вот такие дела, да. Особенно «Ревущие ветры». Ну это вообще, или «Рычащие ветры». Это вообще смешно.
Вот. Поэтому я создал свой проект «Хиевальд». И... Так что в лайфере уже так принято было присваивать чужие песни. Молодцы, девчонки, блин. Вот. И поэтому я создал свой проект «Хиевальд». И эти песни были уже изданы на трех лейблах. Cyber Max Digital Records, Vibra Шоколад Records, Depressive Illusion Records, Floppy Noise Records и Cool Minutes Records. Вот. Даже на пяти получается. И в этом 2020 году я буду делать переиздание этого альбома. Сейчас у меня нет наличия первопресса. Все копии распроданы. Тираж был всего 10 копий. Подарены, распроданы и обменены. Вот. Я буду делать новый с качественным дизайном, с логотипом. Офигенный такой релиз. Вот. Переиздание, так сказать, тиражом. Ну, тоже, думаю, штук 10. Ну, все. Переходи по ссылочке внизу. Пока-пока.